Курсы для будущих первоклассников откроют в новой школе микрорайона Луговое Иркутского района. Это будут занятия для подготовки детей к школе. Курсы планируется проводить по выходным дням, после того, как будут сформированы будущие первые классы. Об этом 21 января 2021 года губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву доложил начальник управления образования Иркутского района Роман Зарипов во время посещения Марковской средней образовательной школы. Я думаю, что данные подготовительные курсы будут полезны для ребятишек, в том числе для ознакомления со школой, поэтому мы будем работать над тем, чтобы наши будущие первоклассники были уже готовы к и адаптированы к тому, какая новая школа ожидает их в микрорайоне Луговом. Новая школа на 1275 мест откроется 1 сентября этого года. До этого времени в учреждении сформируют образовательную программу, составят учебные планы и штатное расписание. Глава региона ознакомился с тем, как выполняется его поручение по организации горячего питания. Игорь Кобзев также посетил Марковский детский сад, где готовится перейти на работу в штатном режиме с 25 января. Напомним, сейчас деятельность дошкольных образовательных организаций во всех муниципальных образованиях региона осуществляется в форме работы дежурных групп с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. По области, да, будем открывать все детские сады. Еще раз повторюсь, сегодня нет необходимости ни дополнительных каких-то анализов привозить, связанных с ковидом. Мы сегодня проговорили с Ольгой Леонидовной, что действительно вакцинация воспитательной должна быть. Сегодня я услышал, что многие переболели, но вот эти 20% все равно мы готовы предоставить по желанию и вакцину для тех людей, потому что это дети. Как рассказала заведующая детским садом Ольга Губанова, с понедельника дошкольные учреждения будут посещать 350 детей. Продукты питания заказаны, контракты все заключены в полном объеме. То есть на понедельник, на 25 число, ориентировочно планируем 350 детей принять в детский сад.